1669 году в селе Красном, что под Арзамасом, в семье дьячка сельской церкви Федора Степановича Попова родился сынок, названный при крещении Ваней. А тогда, конечно же, никто и подумать не мог, что через 37 лет станет Иван Федорович Попов основателем и первоначальником Саровской пустыни. Но этому сначала предшествовал постриг 20-летнего юноши в монахе Введенского монастыря Арзамаса с именем Исаакий. С этим именем ему пришлось прожить аж 26 лет, до момента, когда он принял схиму, высшую степень монашества, и вновь с именем Иоанн. Но, чтобы не было путаницы, будем называть нашего героя тем именем, с которым он и вошел в историю – Иоанном. Так вот, в Введенском монастыре судьба подала ему первый знак. Случилось быть там иноку Филарету из Санаксары. Тот поведал Иоанну сказание о старом городище, отстоявшем к югу от Арзамаса на 60 верст, где он был 5 лет назад, и упали зернами слова его на благодатную почву. Стал Иоанн искать себе единомышленника, который смог бы разделить с ним тяготы жизни в дикой глуши, вдали от людей, но поближе к Богу. И нашел такового, имени которого мы не знаем. И пошли они туда, и поставили крест на Саровской горе в знак своего намерения возвратиться сюда. А осенью 1691 года уже вместе с Филаретом вернулся Иоанн на то место, ставшее ему родным. Эта дата с недавних пор стала считаться годом основания города Сарова. Но Филарет отказался оставаться в дремучем лесу и ушел в Санаксарский монастырь. Иоанн тоже не захотел жить там в одиночку, однако, вернувшись в Арзамас, он встретил в Спасском монастыре послушника Андрея и уговорил его идти ко кресту, поставленную им на Саровской горе. И все у них шло хорошо до тех пор, пока Андрей не отлучился за какой-то надобностью из келья, да так и не вернулся. В те моменты, когда бороться с одиночеством, страхом или недугом становилось выше его человеческих сил, Иоанн уходил к людям в монастыри Введенский или Санаксарский. В последние обители и рукоположили Иоанна в священника. Как-то раз во сне увидел он себя у стен Киево-Печерского монастыря, и во сне вышел навстречу ему святой митрополит Илларион, первый митрополит из природных русских, что положил начало Киевским пещерам, и благословил его на копание Саровских пещер. Иоанн принял это видение как наказ строить келье в глубине горы. Тем самым в 1692 году было положено начало знаменитым Саровским подземельям и церкви во имя Антония и Феодосия Киево-Печерских подвижников. А однажды, в один из дней года 1694-го, в его отсутствие зашел сюда пришелец, назвавшийся иродиаконом Тималаем из Соловецкой обители. Помолился на горе, воздвиг в знак пребывания крест и соорудил малую часовенку. Через некое время, встретив хозяина, Тималай сказал ему, что именно на этом месте и должны быть церковь да монастырь. И исчез. А через год мирской гость из Москвы с Аказии передал Иоанну от Тималая икону Иоанна Предтечи. Оказалось, что настоящее имя таинственного иеродиакона – старец Тимофей Архипович, впоследствии живший при дворе царицы Прасковьи, вдовы Ивана V. Переломным в истории Саровской пустыни стал 1700 год. Накануне наступления этого нового круглого года на мельницу, что стояло на Сатисе у Большой Темниковской дороги, забрел некий человек по имени Иван, а по фамилии Карелин. Выяснилось, что он заволжский раскольник, покинувший родные места из-за голода. Спустя полгода Иван обратился от раскола и с мельницы пришел в пустыню. И стал первым постриженником в пустыне, и наречен был Ириней. Так он стал первым старообрядцем, кого Иоанн убедил отречься от раскола. А через 2 месяца после этого пострига позвала Иоанна монашествующие братья Введенского монастыря стать иеромонахом и их настоятелем. Саровскую пустынь оставлять ему не хотелось, но тут поддержал его Ириней, обещав не бросать ее. А в пустыне меж тем появились новые постриженники. Наполнялась она другими монахами. Среди ее обитателей были крестьяне из Кременок, села Нуча, посадские люди из Арзамаса, Темникова, да сыновья священников из округи. Но через какое-то время Иоанн вернулся на старое городище и посвятил всего себя строительству Саровской пустыни. Торжественное освящение церкви во имя Пресвятой Богородицы и живоносного ее источника состоялось 16 июня 1706 года. Именно этот день считается днем официального основания
Саровской пустыни и всегда торжественно отмечался в Сарове. Но не только славу первоначальника и основателя Саровской пустыни стяжал себе Иоанн. В то время как официальные власти боролись с расколом преимущественно карательными мерами, Иоанн действовал добром и достигал результата. Как-то зимой возвращался Иоанн на старое городище пешком из Кремёнок. В пути его застигла пурга, и ему пришлось свернуть с дороги и остановиться в деревне Балыково, чтобы переждать непогоду. По той же причине в это время остановилась там группа монахинь из женского заволжского скита вместе со своей начальницей, старицей Меланией. Раскольницы сопровождали обоз с хлебом, который везли из Темниковского уезда к себе, в Заволжье. Мелания и Иоанн разговорились, и монахиня оценила не совсем обычное поведение православного священника по отношению к себе и пригласила незнакомого собеседника посетить их заволжские скиты, а если он согласится, то остаться там, священником и духовником. В июле следующего года, будучи настоятелем Введенского монастыря, Иоанн отправился по делам на Магаревскую ярмарку, но там, в книжном ряду, неожиданно встретился с той самой Меланией. Прямо там она познакомила его с руководителем раскольничьего скита Ионой и его учеником Иваном Дмитриевым. И они доверились ему настолько, что даже вручили бумагу с описанием того, как можно добраться до правого притока Керженца, где находился их скит. Осенью 1703 года тот же Иван Дмитриев уже сам приехал к Иоанну в Саровскую пустынь с письмом от нового руководителя скита Филарета. И при встрече Иоанн омыл ему ноги. Дмитриев так был поражен таким приемом и уважением, что через месяц-два побеседовать с Иоанном в Арзамас пришел пешком сам Филарет. И беседовали они 3 дня и 3 ночи. На четвертый день Иоанн предпринимает очень смелый и необычный шаг – приглашает Филарета принять участие в богослужении в храме Введенского монастыря. Никогда до этого Филарет не видел богослужения по новому православному обряду. После этого Филарет пришел к выводу, что ему и его скиту необходимо отказаться от раскола. Потом Иоанн вместе с Филаретом отправился в Москву официально регистрировать их новый православный приход. По пути они заехали в Переяслав-Залесский к настоятелю Николаевского монастыря Петериму. Его-то и попросил Иоанн взять на себя заботу о только что образовавшейся обители. Тот подхватил начатое Иоанном дело и связал с обращением старообрядцев всю свою судьбу. Спустя достаточно короткое время и видя первые успехи в этом деле, Петр I в 1707 году издал указ, по которому Петериму лично поручалось обращение заволжских раскольников, для чего он наделялся особыми полномочиями. Но преемник Иоанна действовал не только мирными методами. Однако со стороны властей его деяния встречали одобрение, и в 1719 году он стал епископом нижегородским. Через 5 лет возведен в сан архиепископа, а еще через 6 включен в состав Святейшего Синода. Однако не ему, а именно Иоанну принадлежит приоритет в начале обращения заволжских старообрядцев, и что Иоанну надо приписывать заслугу перехода в православие ряда скитов и превращения их в православные обители. А вот еще одна его заслуга. В ноябре 1710 года от всей братии было написано прошение с кратким изложением основных положений устава Саровского монастыря. И оно было направлено митрополиту Стефану Еворскому. Саровский устав явился тем краеугольным камнем, уложенным в фундамент монастыря, который определил все его дальнейшее духовное развитие. По подсчетам библиотекаря отца Иоакова, за 160 лет настоятелями в другие монастыри были взяты более 40 монахов из Сарова. Многие из них устанавливали в оверенных им обителях уставы, аналогичные Саровскому. В числе монастырей, перенявших таким образом Саровский устав, были Сынаксарский, Флорищевы, Высокогорные пустыни, Валаам, а много монахов было направлено в другие монастыри казначеями.